Здравствуйте, дорогие друзья! Ситуация на границе Афганистан, Узбекистан, Таджикистан. Обеспокоение для стран СНГ. Талибы захватили почти 70% Афганистан. Афганистан бежит само из себя. В настоящее время в Афганистане наблюдается обострение ситуации на фоне вывода американцами военного контингента из страны. Члены запрещенного в России движения «Талибан» смогли захватить несколько населенных пунктов, в том числе на границе с Таджикистаном. К концу лета запланирован ряд военных учений на границе с Афганистаном. Военные из РФ и республик Средней Азии отработают действия по ликвидации банд формирований. Также запланировано участие авиакрыла баз РФ в Киргизии и Таджикистане. 16 июля главы МИД России и стран Центральноазиатской пятерки – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – выразили обеспокоенность по поводу текущей ситуации в Афганистане и призвали участников конфликта к переговорам.